Шлагбаум на месте. Садоводство «Звездный 2» в Зудилово перекрыло дорогу к самой большой козьей ферме в крае. Месяц назад мы здесь уже были. Тогда председатель садоводства общался недолго. Почему люди здесь не могут проехать, в том числе и журналисты? До свидания. А если пожар, извините? Отказал в комментарии и сегодня, хотя теперь на стороне фермеров прокуратура. Садоводство обязали убрать шлагбаум, так как он мешает проезду на территорию общего пользования и преграждает путь пожарной техники. Но шлагбаум на месте. На месте и забор, поставленный поперек дороги тем же садоводством. Несмотря на решение инстанции, забор пока не планируют убирать. Более того, существует риск, что его продлят. А пока работникам фермы приходится вот так под него буквально нырять. Если и здесь все перекроют, что останется людям? Обходить через лес. В объезд через лес бизнесмены добираются до фермы, но провести по песку и грязи, корма, стройматериалы или готовое сырье невозможно. Буквально неделю, где-то дней 10 назад, нам пришлось вывести весь крупнорогатый скот, потому что количество таких кормов мы уже не можем, нам не хватит наших кормов на то, чтобы сохранить крупнорогатый скот, поэтому пришлось убрать. Сейчас остались только элитные козочки, это в порядке там 500 голов, которых необходимо сохранить. Бизнес на грани угрозы. На данный момент идет полностью выживание бизнеса со всех сторон. При этом фермеры готовы к компромиссу. Предлагают садоводству установить публичный сервитут на пользование дорогой, оставить ее для общественного доступа. Ведь она нужна и сельским жителям ездить в лес по грибы. Имеется факт, установленный факт самозахвата земель, а именно сегодня на сегодняшнем судебном заседании в арбитражном суде представитель ответчиков СНТ «Звездный-2» предоставил сведения о том, что часть земельного участка принадлежит физическому лицу. Вместе с тем земельный участок сформирован из земель Гослесфонда, а также из земель общего пользования. Последним относится как раз дорога, из-за которой и возник конфликт. Почему ее закрыли, представители садоводства понять так и не удалось. Зато известно, что если ее не откроют, в ближайшее время бизнес придет в упадок. Андрей Дриер, Алексей Фризин, «День с толком».